24 декабря прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил свой 60-й день рождения. Президент России Владимир Владимирович Путин тепло поздравил Ильхама Алиева с этим юбилеем. Благополучие, процветание его стране прежде всего, потому что я знаю его уже много лет. Главная цель его жизни, ну, собственно говоря, как любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу, чтобы было хорошо. Вот я прежде всего желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей, жизненных установок. Ну, конечно, благополучие, здоровье. Я боюсь что-нибудь перепутать в азербайджанском фольклоре. По-моему, есть такая пословица, поговорка у азербайджанцев. Настоящий друг, он через век друг. Вот он должен знать, что у него есть друзья, в том числе в России. Мы надеемся, что и он относится к нам, к России, с такими же чувствами. Желаю ему всего самого доброго и поздравляю с юбилеем.